Да, но она медленная, конечно, но она, блядь, нормально едет. О, один о, человек. Остановили. Да. Так, пушечки в ручки. Они съебываются. Давай, быстро. Ой, карма мгновенно. Кирилл, они в нашу сторону едут, по-моему, не? Ань. Перегорода. Говори с нами. Да. Значит, их надо спереди объехать, пусть. Блин, он не объедет. Объеду. А этот он Урус объедет. Урус быстро. Хотя там, ладно. Сука! Губернатор, я заглушил, прекрасно, блядь. Да. Поэтому я так и думала, что так будет. Это дебильная идея меняться машинами. Самая дебильная. Не, Ира, это дебильная меняться машинами. Я, честно говоря, я думала, что Влад заглушит. Я ждала, когда это произойдет. Почему? А можно мне, пожалуйста, Влад, мою машину, я не знаю. Ты на ней не можешь догнать копа гребаного, блядь. Я Богдан. Вот он, вот они. Блять, куда ты разворачиваешься? Офицер, привет. У нас тут авария произошла, по-моему. Не груз. Ну что, погнали? Да, а что врезался? По-моему, нет. Самый. Не знаю, надо, наверное, снять побои. Погоди, они броники. Не, в брониках. Брониках, да. Погнали? Да, давай. Из машины выходит. О, еще и ПГ, ну ладно. Еще и свапает? Не свапну. Ой, какое ПГ некрасивое.